Правоустанавливающих документов у продавца спиртного не оказалось. Всего в помещении было обнаружено и изъято более 30 литров пива в различной таре. Аналогичные нарушения действующего законодательства выявлены в магазинах поселка Блиново и Центрального района Сочи. Там из незаконного оборота изъято около 50 литров пива. В отношении индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения, полицейские составили административные протоколы. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере до 3000 рублей с конфискацией продукции.